мы все события, которые с нами происходят, собираем. Мы либо их собираем неосознанно, и происходит хрен пойми что, несет куда-то вообще непонятно. Либо мы пользуемся своим инструментом, осознанием, энергией, и собираем событие, какое нам надо. Но с первого раза это не получается. Когда вы готовите еду, вы что-то новое блюдо делаете. Если вы все ингредиенты по инструкции положите, все равно получится не так, как у повара, который это блюдо 100 раз уже приготовил. Поэтому на магии дыхания мы что делаем? Мы дышим конкретно с концентрацией внимания на определенном центре. Для чего? Для того, чтобы создать связь с опытом, процессом, почувствовать физиологию, почувствовать физически вот эти энергии. Если это не получается, почувствовать, значит, блок, который блокирует эти энергии. Если вы почувствовали блок, вы его начинаете с ним работать и снимаете этот блок. И вот эти этапы, когда проходишь на курсе, каждый этап, у тебя реально записывается на уровень тела. Это прям по-настоящему переходит в область личного опыта, переживания и конкретного знания, как это происходит. И да, действительно, есть чакры. Да, вот они дают такое состояние. Да, эти энергии, 7 разных видов энергии, да, вот именно так влияют на окружающую реальность. Тогда все работает. В АКД это тоже определенный механизм, при тренировке которого у вас тоже начинает происходить то, что вы направляли какое намерение в АКД. Это может быть не сразу, но если вы продолжите крутить в АКД на одно какое-нибудь намерение, то вы заметите, что сама реальность, мир, начинает собирать ваши намерения чужими руками, потому что вы намерение запитали своей силой. Может быть, это не сразу говорю, то есть это снова. Вы знаете, когда кубик Рубик крутишь, вы же не можете за одно движение кубик Рубик собрать. Вот представьте, что в АКД это кубик Рубик. Просто я этот кубик Рубик собираю быстрее, потому что я больше 15 лет это знаю. Я его изучил уже. А вы собираете, начинаете учиться. Давайте назовем ВКД это кубик Рубик реальности. И вот вам нужно научиться, вам нужно почувствовать этот кубик Рубик. Ощутить, что он есть. Вам нужно увидеть, что в этом кубик Рубик есть цвета разные. И дальше вы эти цвета начинаете собирать так, чтобы все грани кубика были равные по цвету. И в какой-то момент раз вы его собрали. Это значит, вы через ВКД собрали события в реальности. Если вы идете на курс про чакры, да, о них можно говорить очень много. Даже нарисовать эти чакры. Но пока вы не прочувствуете каждый центр на своем опыте, пока вы не прочувствуете, какое состояние дает первая чакра, какое состояние ощущения физически дает вторая чакра, какое ощущение дает третья и так далее, пока вы не почувствуете, что такое синхрон, все чакры в линии, когда они все в балансе, это тоже состояние определенное. Пока этого нет, знания про чакры лучше даже просто выбросить из головы, потому что они без опыта, бесполезны. Поэтому курс «Маг дыхания» – это просто гениальное изобретение. Почему? Теоретически вы понимаете, что нужно работать с этой чакрой. Теоретически вы понимаете, что есть блоки по энергетике, есть блоки. С чем они связаны, понимаете? Но когда вы заходите в дыхание, вы это понимание реализуете на уровне состояния и на уровне физической реальности. И вот тогда, когда вы все проходите, все то, что вы теоретически понимаете, вы перевели вот это знание, понимание на уровень физики, вы заземлили эту информацию и реализовали на уровне состояний определенного анализа, вы установили связки реально, что какие блоки есть и как они проявляются, вы их как чувствуете и как снять этот блок. И тогда вы уже переходите в статус человека знания.